Всем привет, вы на канале CryptoFreelance. Сегодня у нас очередной тестнет Hipport протокол, который запустился с раздачи 10 тысяч долларов. Поощрительные программы за поиски ошибок и заполнение глим. Первое, что нам нужно, это получить тестовые токены. Я оставлю официальный гайд под видео, но покажу, что вам нужно будет сделать. Присоединиться к Дискорду Astarnet Network, перейти в раздел Shiba Faucet, тут прописать Drip Network, тут выбрать Shiba и вставить адрес MetaMask. После этого вы получаете тестовые токены. Дальше переходим на сайт. Подключаем наш MetaMask и в разделе депозит нам нужно один токен, ну один или 500, поскольку там дается по 50, по-моему, то мы принесем один токен. Жмем депозит. Нам скачивается еще текстовый документ. Вот такой вот. Мы обязательно скопируем с него полностью текст. И я сейчас покажу, что нужно будет сделать. После внесения депозита мы переходим в раздел WinRAR. Вверху вот здесь мы вставляем фразу, которую мы скопировали из текстового документа, а в нижний наш адрес. И нажимаем вывести. Как видим, у меня вылазит ошибка. На этом наш тестнет заканчивается. Мы переходим в Discord, в канал проекта Hipport, и в разделе Bug Submit и вот этом нижнем публикуем скриншоты наших ошибок и адрес нашего кошелька. На этом все, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки. Не забываем про телеграм-канал. До новых встреч!